родился в Бишкеке, среднюю школу закончил в Бишкеке, несколько раз менял. Высшее образование в Бишкеке, тоже на Киргизско-Европейском факультете. И после второго курса уехал за границу и 10 лет там пробыл, отучился. По приезду работал на государственной службе. После решил заняться частным бизнесом. В туристическом секторе открыли компанию, начали работать, старались быть новаторами, предлагать новые продукты, отличаться от других. Ресторанный бизнес – это, как, наверное, инфраструктурный проект к этому большому проекту. Изначально вообще зарождалось от гостиничного бизнеса в Таласком регионе. У меня дядя, который всем этим занимается, который своими руками, вкладывая душу, делает это. В советское время он был инженером-геологом, работал главным инженером месторождения Джиры, тогда еще разведработы, по-моему, были. После развала он решил заняться фермерством, потом перешел на гостиничный бизнес, и на базе дома моего дедушки он начал сооружать гостевой дом. По истечению лет его начали узнавать, его начали вносить в международные путеводители как обязательное место посещения в Таласком регионе. И после у нас был разговор, дядя все время говорил, что чем занимаешься, почему на госслужбе, почему за границей, давай будем вместе работать и будем привлекать туристов именно своих, не надеяться на попутных туристов, которые, проезжая мимо, заходят к нам, останавливаются у нас, а поехать и привезти самим. Это было, наверное, отправной точкой. Мы решили начать с Талаского региона, начали разрабатывать маршруты в Таласком регионе, эко-маршруты, и потом сейчас расширили на северные регионы Кыргызстана. Компания успешно работает, встает на ноги. Мы новички на рынке, тем не менее, в последних играх кочевников наша компания привезла первый вертолет Аэробус и предложила туры, как эксклюзивные туры в Кыргызстане. У нас в консультантах люди из Французской Федерации велотуризма, совместно мы разрабатывали маршруты, стараемся обеспечить наивысшую безопасность и предлагаем именно культурные туры, где путешественники не просто посетят наши достопримечательности, но и окунутся в кочевую культуру, нашу цивилизацию. Начиная от Таласа и заканчивая этим местом, мы стараемся размещать именно в таких местах, именно подлинный кочевой образ жизни. Стараемся во всем соответствовать именно какой-то смеси, симбиозу между современным сервисом, услугами на высшем уровне для разных категорий, и в то же время подать подлинную нашу культуру, показать, поделиться нашей прекрасной стороной и нашей цивилизацией. Предыстория к развитию туризма. Изначально, что был какой-то инфраструктурный проект в Таласе, но сам по себе жил в Европе, в Альпах, и там научился кататься на лыжах. И с моим очень хорошим другом мы с ним всегда гонялись. Я на лыжах, он на борде. И потом был проект привезти сюда и поставить здесь прокат лыж. Поставили 2 или 3 проката лыж и приобщали людей именно к горнолыжному спорту. Когда мы начинали прокат, у нас очень мало людей каталось тогда на лыжах. Человек, который предлагает туры, он должен знать досконально все продукты, которые он предлагает. Мы стараемся тоже ездить. Я стараюсь пройти по этим маршрутам, посмотреть. У нас есть изучение маршрута. Мы выезжаем со своей командой, пробуем те маршруты, которые описываем, чтобы хронометраж сделать, посмотреть, возможно ли это с физической стороны, какое время выгодно или какое время благоприятно для этого тура и так далее. Но у меня хорошая команда. У меня команда из хороших профессионалов-гидов, которые многие годы работали именно в сопровождении. Они являются продукт-менеджерами. У нас есть журналисты и так далее, айтишники. Ну,
сплоченная команда, которая как один механизм, все вместе работают над созданием этого продукта. 3 года назад мы построили вот в таком же стиле ресторан в Таласе. В Таласе мы добились хороших успехов, что стали номером один. И люди начали узнавать, и бренд уже начал быть знаком не только в Таласском регионе, но он уже начал свою экспансию в другие регионы. И мы хотели пойти дальше и попробовать быть ближе к своим гостям, своим друзьям, своим клиентам. И открыть маленький ресторан, который отражает ту декорацию, то блюдо, которое у нас есть в Таласе. Вообще это на стадии, наверное, превращения в франшизу, потому что мы выстроили прозрачную сеть работы с поставщиками, обеспечили необходимый контроль качества над продуктами, процессы производства на кухне и обязательно тот дизайн, который мы рады поделиться со своими гостями. Главный дизайнер, главный исполнитель, главный архитектор дизайнерского проекта – это мой дядя Данияр Абылаев. Он занял первое место гран-при между регионами по декорации этногородка. Таласский регион тогда занял первое место в 2016 году. И он отражает природу нашу. Природа, как природа создана, как кыргызы в кочевую цивилизации взаимодействовали с природой. Один камень в одном регионе не похож на камень в другом регионе. И мы как-то попытались так отразить и собрать воедино культурное наследие, природное наследие нашего Кыргызстана и каким-то образом какую-то малость попытаться отразить именно в нашем ресторане. В этом ресторане мы попытались пойти дальше, дать своим клиентам авторское меню. Наша большая изюминка – это, наверное, мясо по-кыргызски в разных приготовлениях. Это ташкордо, сырбасты, бишпармак. Мы даем большой ассортимент именно своим клиентам, чтобы они могли попробовать под в разном приготовлении мяса. И попытались включить в меню перепелиное мясо, кролика, форель, все, что можно добыть у нас. Ташкордо, вы, наверное, знаете, это блюдо охотников наших. Они рыли яму, там же готовили, и мы соорудили примерно такую же печь здесь. И делаем, пытаемся делать именно по старинным рецептам, чтобы все было подлинно, натурально. Мы хотели напомнить о тех блюдах, которые уже забываются. Например, ташкордо – это мало кто готовит, и мало даже кто знает, что есть такое кыргызское национальное блюдо. Напомнить нашим же и в то же время показать, поделиться этим именно с иностранцами, иностранцами, которых мы сами принимаем, привозим сюда, и иностранцами, которые у нас в Кыргызстане работают. Мы не стали ограничиваться именно кыргызским мясом, но мы попытались подать это мясо под французским соусом. У нас были консультанты, большие шеф-повара, которые имеют свою золотую книгу. Продегустировав это мясо, они сказали, вот, из французского соуса вот этот соус был бы очень кстати, да, и разработали таким образом, добавили в меню несколько соусов. Помимо этого, большой сомелье, мой друг Мизон Шапутье, мы с ним тесно сотрудничаем. Обычно говорят, если белое мясо, то белое вино, там красное мясо, красное вино. Но профессиональные сомелье, они подразделяют красное мясо, если оно соленое или острое, то подходит больше вино, красное вино из северных регионов или так далее. Вот. Ну и в будущем будем проводить
мастер-классы, дегустацию вин. На кухне работают большие профессионалы, каждый ведет свое направление. Помимо обслуживающий персонал был подготовлен тоже не без участия моего хорошего друга, который был ресторатором-французом в Бишкеке, у него был ресторан «Рататуй». По сервису мы хотели дать вот именно французский сервис, адаптированный под наши реалии. Мы хотим быть доступными для своих клиентов и придерживаемся средней ценовой категории, не завышаем цену за эксклюзивность. Пробую новые вещи, и чтобы людям было понятно, что они заказывают и какой счет им придет, мы сделали обслуживание 0%, что заказав блюдо на 500 совов, он оплачивает в конце по счету 500 совов. Мне кажется, это правильно, и может зародим что-то новое. У нас только-только вот несколько дней назад было официальное открытие, мы только даем о себе знать, но тем не менее люди приходили в то время, когда мы еще строились, они спрашивали, когда мы откроемся, когда можно будет здесь покушать. Уже как-то нарабатываем своих постоянных клиентов, которые приходят, знакомятся, пробуют наши блюда и нравится. Мы запустили сайт. Сайт этот является путеводителем для иностранцев, путешественников, которые посещают Кыргызстан. Путеводитель бесплатный. Человек, находясь в любой точке Кыргызстана, может зайти, там, где, конечно, ловит интернет, посмотреть, какие достопримечательности его окружают рядом, какие гостевые дома либо гостиницы есть рядом, на каких языках говорят персонал этого гостевого дома либо гостиницы, какими способами можно рассчитаться с ними, ну и характеристики этих гостевых домов, чтобы была прозрачная информация, чтобы перед тем, как ехать за несколько десятков километров, человек уже знал, уже мог выбрать. Используя это, мы идем дальше, мы описываем традиции, культуры кыргызов, чем хотели бы поделиться. Контент у нас полностью уникальный. Мы разработали на английском, на французском, на русском языках. И каждый день смотрим за статистикой сайта и наблюдаем. Мы не стали заниматься простым копированием и вставлением чужих туров. Мы разработали свои туры, как я уже вам говорил, начали с Таласского региона, там, где туризм является совсем неразвитой. Вот, и решили какой-то очаг зародить там. Дядя работает в гостиничном бизнесе в Таласе с 2005 года, и он является локомотивом в Таласском регионе. Он собрал вокруг себя других людей, которые предоставляют услуги туризма. Это этноохотники, ремесленники, другие гостевые дома, гиды и так далее. Вот если говорить про наши туры, то мы хотели поделить на категории. Мы сейчас запустили 5 категорий, более-менее таких универсальных, которые есть и у других, но помимо этого мы разрабатываем новые категории, которые были недоступны у нас в Кыргызстане, о которых и никто и не думал в Кыргызстане. Мы сотрудничали с федерациями, с иностранными федерациями именно узкой направленности спортивных дисциплин и опробовали какие-то трассы у нас в Кыргызстане. Мы сделали, поделили на 3 категории, дали возможность людям самим выбрать, какой уровень комфорта они хотят. То есть онлайн они могут выбрать, какой уровень комфорта хотят, сколько человек могут собрать их или хотели бы собрать там в своей компании, приехать. И, ну, соответственно, чем больше людей, тем выгоднее стоимость на каждого человека получается. Обучаясь за границей, всегда мечтал о нашей развитой экономике нашей страны. Видел себя в администрации, думал приехать сюда и сделать какой-то вклад в развитие нашей экономики. Ну, мне кажется, я свою лепту, наверное,
уже внес и решил попробовать, чего можно добиться, будучи частным предпринимателем в развитии экономики. Хотелось бы, чтобы Кыргызстан процветал, чтобы больше людей, которые отучились за границей, приехали сюда и занимались своим делом, либо государственными делами, чтобы молодежь собралась и начала поднимать наше государство.